рассказать о своих средствах для ногтей и некоторых лаках, и начну. Да, я показываю. Лак очень часто бывает в распродаже, и в каталоге в самом тоже идет со скидкой из серии Neon, лимитированная серия Very Me. Вот. Вот так выглядит Neon. Так, ну давайте я все-таки начну вот с этих свотчи показывать из основной, из базовой серии Oriflame. Средний по цене. Вот этот цвет Nude Pink. 20782 ее код. Есть полосочки. То в один слой этот лак ложится недостаточно. Результат будет неудовлетворительным. Сейчас пусть подсохнет, нанесу второй слой. А цвет фуксия, Intense, Pink Intense, называется он по-английски, а по-русски это какая-то фуксия. Высокая плотность цвета, высокая, можно нанести в один слой, никаких полос не образует. Также хорошо ведет себя лак, а вот этот фиолетовый, так, он ложится замечательно и вел себя значительно лучше, чем все остальные цвета. Я его носила с сумочкой Лилиана. Так, ну здесь вот какой-то черничный оттенок, нет, он, ну я его наносила в два слоя, и он у меня идеально подходил к моей сумочке Лилиана, фиолетовая сумочка. Я ее забыла показать в своем видео, а мне что-то не попалось на глаза. Я ее таскала в хвост и в гриву. Так, ушедший из каталога лак серебристый, серебристое что-то, я уже показывала, как он неважно ведет себя на ногтях, полосит, плотность цвета невысокая, и его приходится наносить несколько слоев, и все равно цвет не будет интенсивным, серебра вы не добьетесь, это будет какой-то такой серый цвет с небольшим, с перламутром. Можно его назвать не серебряный, а перламутровый серый. И вот по-настоящему серебряный, металлический. Это лак, например, из серии Very Me Nail Graffiti. На русском языке его называют кракелюр. Это база под кракелюр. И есть из вот этой серии... Забыла ее название. В общем, вот такой же серебристый металлик есть вот в этой серии, если я не ошибаюсь. А вот сейчас этот серебряный из серии Кракелюр. И это база под Кракелюр. База под Кракелюр есть желтоватая, с зеленцой, что ли. Лаки ведут себя прекрасно, ну, как все... Лаки, содержащие вот такой шиммер, наверное, из металла, он плохо стирается, то есть держится на ногтях очень прочно, цепко. Ну вот, кстати, вот сравните. Два серебристых цвета. Так, это в один слой. Так, давайте нанесу второй слой. Все-таки вот этот нежный пинк, Nude Pink, он цвет сам по себе замечательный. Цвет мне очень нравится. Вот только единственный его недостаток, что нужно наносить в два слоя и следить за тем, чтобы не образовывалось полосок. Ну, давайте также поступлю с серебристым серым, серым перламутром из серии 100% цвета. Тихо, не цепляйтесь.
снизу второй слой. Лаки у меня стоят довольно-таки давно, больше года точно. Они не засохли. Сделаны они во Франции, вот эти 100% цвета. Сейчас посмотрю, где произведены вот эти лаки. Very me. Тоже во Франции. Ну и, коль скоро это база под кракелюр, есть покрытие, которое, собственно, и создает эффект кракелюра. Они у меня есть синего цвета, вот такого синего электрик цвета и черного. Эта база ложится прекрасно и не обязательно на собственную базу, да, на свою родную. Ее можно, эту базу, положить на любую другую. Как именно создается кракелюр? Вот беру эту серебристую базу. Здесь важно не проводить второй раз по одной и той же поверхности, потому что этот эффект кракелюра вы снимаете. И желательно не экономить, наносить щедро это покрытие. Так, вот возьмем черный кракелюр. Так, ну давайте я его нанесу не на родную базу, а на чужую. И посмотрим, что получится. Здесь тонкая кисточка. И для большого ногтя. Это я показала, что не обязательно использовать собственную базу из этой серии Nail Graffiti. Так, теперь вот из последних новинок Nail Paint серия. Так, не помню, как она называется по-русски. Код 28872 Purple. Идея такая, что на базовые лаки наносим покрытие, которое придает еще больше блеск. И можно создавать такие эффекты. Часть ногтя блестит, и по нему можно наносить какие-то узоры блестящим покрытием. Так, я выбрала сиреневый цвет. Он вот отличается от моего сиреневого, да, если можете видеть, это более темный. Это, можно сказать, фиолетовый с перламутром. Так, пусть подсохнет. А я пока покажу лак из черной серии Night Fever. Ну вот так выглядит вот этот черный лак, который имеет довольно-таки хорошую пигментацию, то есть плотность цвета достаточно хорошая. И кто любит черные лаки, вот, пожалуйста, очень неплохо. Так, ну вот попробуем, наверное, мой этот пепел подсох. Берем прозрачное покрытие, придающее блеск. И давайте вот сделаем вот так. И вот так. Есть также вот такие лаки из лимитированной серии Nail Art Very Me, тонкие для рисования по ногтям. Здесь тонкая кисточка. Здесь вот такой же точно металлик, как из этой серии, и как есть его близнец вот в этой серии Night Fever. Вот такая тоненькая кисточка, которой можно рисовать, наносить какие-то узоры, да? Скажем вот так. Белый лак. Это не французский маникюр.
нечто такое. Так, французский маникюр. Французский маникюр тоже цвета, в зависимости от цвета, ведет себя не одинаково. А вот этот тон 6642, Soft Rose, называется он на английском, на русском не помню как, но один из светло-розовых тонов, он ложится более-менее, не особенно по цвета лаки, ложились ровным цветом в один слой. Французский маникюр вот уже свернулся, наверное, срок выходит. В каталоге вы уже этого не найдете. Такой двухсторонний лак. С одной стороны более глянцевый, с другой стороны более блестящий. Более матовый, более блестящий. Но оба все равно такой интенсивный белый цвет. Здесь тонкая кисточка для создания французского маникюра. Вот узкой полоски. Идеально. Ну вот в этом лаке, вот в этой версии два тона. Один с перламутринкой такой, с металликом, другой попрозрачнее несколько. А тот лак чисто белый, тот, который вы найдете в нынешнем каталоге, один тон, и он просто белый, без всяких вариантов. Я совершенно не специалист по нанесению лаков. Нанесу второй слой французского маникюра, тона Soft Rose. Так, ну давайте закреплю, что и как выглядит. Это лак нежная лаванда из серии 100% цвета Oriflame Beauty. Это лак Pink Intense, а по-русски он называется фуксия какая-то. Ну, напишу здесь на экранчике. Так, это такой замечательный лиловый цвет. И к нему я сейчас покажу сумочку. Так, ничего далеко ходить. Вот кошелечек и сумочка такая же. Так, вот видавшая виды сумочка. С таким лаком я носила. Так, Soft Pink. Soft Pink я вам показала. С французским маникюром старого образца. Это французский маникюр. Soft Rose. И белый лак для французского маникюра. Это лимитир. Вот так выглядит сочетание вот этих двух лаков, базы и покрытия. Вот такой эффект можно создавать, можно рисовать какие-то узоры. Так выглядит лак из серии 100% цвета серебристый. И сверху по нему выступает кракелюр из этой серии Nail Graffiti Very Me. Это Nail Graffiti покрытие синее, Blue просто называется, 24598 покрытие. База из этой же серии Nail Graffiti, Base Coat. Это Base Coat из Nail Graffiti золотистая, Gold. Так выглядит лак Night Fever Very Me. Лимитированная серия сейчас очень часто бывает и в распродаже, и со скидкой в каталоге. Не упускайте возможность. Замечательный черный лак. Это лак из серии Neon. Neon Very Me Nail Polish. Так, если вам еще попадутся в распродаже, это вот старая серия, возможно. Дорогие мои зрители, подписчики, если была вам полезна эта информация, я буду очень рада. И подписывайтесь на мое видео, ставьте лайки, пальчики вверх. Всех люблю, целую, желаю красоты и счастья. Ваша Аюна. Пока-пока.